И всем здорово. Сэм Ку. Всем здорово. Все работает. Проверка завершена. Начинаем эксперимент. Ой. Там пабам 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 пам пабам 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 пабам. По музыке все норм? Да, отлично. День какой-то. Я не успел посмотреть. В нашем комплексе появился Лжедмитрий. Он пришел незаметно, нежданно украл внешность VANIH. И вообще страшный человек. Вот он, Лжедмитрий. Такого, конечно, никто не ожидал. Я его еще и практически полностью прокачал, настолько он жесткий. И его уже никак не изменить. Так, подавить разные аномалии класса опасности Алиф 3 раза. У меня, к сожалению, только 2 алифные аномалии, и то одна из них Зайн. А так, сейчас к нам пришел Монг. Его будем изучать сейчас. Что-то как-то громко. Я сделаю потише, а здесь прибавлю. Все, вот так по идее нормально. Все. Так, это машина. Это постепенно изучаем. Интересная, кстати, штука. Здесь уже просто копим. Здесь вообще не ходим. Здесь уже 780. 450. Просто дичь. 71. Так, а у волка 177. Все, сейчас будет у Монка. Такая же шляпа. Так, за сколько день завершить надо? 12 минут ровно. Ровно. Так. Вот он. Интересный молодой человек. Что же он интересно делает? Понятно. Лжедмитрий, что ты здесь делаешь? Ты все испортил. Скверный старший. Скверный Лжедмитрий, я бы сказал. А, ну ладно. Это очень обидно. 173. Ну чё, пора начинать. Вперед. Мы закончим день очень-очень быстро. У вас одинаково по мудрости, поэтому не важно.
Окей. Высокий. Привязанность. Ты пойдешь к Монку. На что? На что ходить к Монку? Блин. Зачем я... Так. Lobotomy Corporation. Lobotomy Corporation. Вики. Вики, вики, вики. Так, где этот монг? Монах, монах. Вот. Окей. Обычный, 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 очень низкий. Все понятно. Счетчик понизится при смерти 10 или более сотрудников на объекте. Счетчик понизится со средней вероятностью при нормальном. То есть на нем надо хорошо работать. Все. На понимание. А понимание у него обычное. Все. Все понятно. Идем к нему на понимание. К птице не ходим. Ты идешь к рыбе. Здесь все решено. Ты сможешь сходить сюда? Отлично. Тут больше никого. Мы сейчас прямо в этот день залетим. Быстро-быстро пройдем. К рыцарю один разок. Надо. Надо. Лжедмитрий, карающая птица. Хотя нет, ты карающая птица. Лжедмитрий идет сюда. А, нет, не идет. Лжедмитрий слишком фигово прокачан. Да-да-да-да. Ну тогда кто-нибудь ты. Так-так. Так. Бам-бам-бам. Все, короче, все идут. Стереть. Круто. Можно стереть кого-нибудь. Кого? Нифига себе, оно на дальность такое действует. Я хочу попробовать. Вот у вас, например, троих можно? Только одного, да? Все равно прикольно. Так, что тут у вас? Как работа? Хорошо. Так, первый заход почти выполнен. К монаху пошли. Так, ну давай, я уже, Дмитрий. Не простаивай. Вызывай перегрев. А то что? Птица. Хорошо. Идем к птице. А кто еще? Мишка. К Мишке надо бы сходить. Вилнес Блейд. Вперед. Так, мы начинаем снова. Привязанность. Сюда идешь? Кто-нибудь? Идешь. Белоснежки. Кто-нибудь идет? Очень высокий. Хорошо. Здесь все. Так, а ты чё? Ходишь тут?
Ты сейчас пойдешь вот. А блин, надо завершать работу с блин, тупанул. Ладно. Волком. Медицинская. Работает. А у кого так плохо работаешь, четвертая? Прям вообще. А вот четвертая работает. А. Кстати, я не смотрел вообще. Забыл про эту голубую звезду. А надо ведь смотреть за этим. Очень высокий. Можно сходить. Птица, можно сходить. У вас тут что? Живете? Окей. Зеленый восход. Сложно. Шея затекла. Ух ты, много. А чё, еще не изучил его? А, ну да. Не сбегает. Это слабка. Этот хрень можно вообще не делать. Можно.
короче. Еще раз к нему. Так, надо чем-нибудь попроще, чтобы потом были просто перегревы. Ну вот, а я стримить начал. Стримить начал. Hello. Ты заново что ли играешь или что это такое? Семь шесть пи, что за дичь? Окей. Что-то дичь какая-то. Так, главное, чтобы сейчас никто никуда не зашел. Окей. Никто никуда не идет, вроде бы. Так, в лифт. Остаешься здесь. Здесь мало народу. Понял. Ты здесь. Здесь ждем. Ты сюда. Сюда, ты сюда, ты сюда, то. Так, стой, ты, а куда ты идешь? Ты лифте. Что-то вот это непонятно мне, отдел пуст, типа это норм. Ладно. Ты внизу будешь? Так, зараза, чё ты не идешь туда, куда я сказал? О, блин, ну иди уже. Раз, два. Будет два. Два. Под контролем. Здесь никого нет. Почему? Иди сюда. Иди. Нет, тут есть. Ты иди тогда сюда. Нет. Ты иди вот сюда. Сейчас начинаем. Перегрев. Ну, ты и гуляешь все равно, поэтому иди. Иди, я не знаю куда. Например,
Так, не, вообще-то делал уже Дмитрий. Вот он. Так, Лжедмитрий. Теперь там будет стоять этот. Надеюсь, он добежать-то успеет. Долго, блин, нет, слишком долго, ладно. Лжедмитрий, активируй установку базальтового кобальта. Что-то как-то не густо. Что-то их мало. Иди помоги тогда. А, вон еще. Так, секунду. Окей. Так, давай, тоже будешь подавлять здесь. Впереди помогаем. Вроде все. Ай, двое даже. Слушай-ка, есть идея. Прячься, сейчас будем стрельбище устраивать. Нормальная тема, да? Там кто-то есть? Неожиданно. Так, ребят, давайте-ка без смертей. А может их убрать случай? Смерть. 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 Девушки. Тык. Опа, вани-вани, хай. Это не обращаю внимания, тут в комплексе уже Дмитрий бегает, но мы его устраним. Уже Дмитрий долго не задерживается здесь. Блин, вам не больно? Че, все? Все нормально. Раз все нормально, тогда продолжаем эксперименты. Очень высокий. Интуиция высокий. Поехали. А где я? Ты? Тебя не существует пока что. Ну как бы по лору, ты пришел устраиваться. И короче, тебя в очереди толкнули плечом. Лжедмитрий забегает. И, короче, он представляется твоим именем, и я его регистрирую. Такой лор. Короче, так, сейчас. Нормально. Так, здесь сразу же. Волку или Кмонку? Эм, Кмонку. Высокий. Поехали, Кмонку. Так. Как долго это все? Ладно. Не хочу просто терять время, а зря. Тебе хп.
мясо. Все, сомнение ушло. Клево. Я научился их подавлять так, чтобы даже не снижать их. Замечательно. Так, ну что, все по местам тогда. Сейчас будем ходить дальше. 8 минут есть. Половина энергии будет. Красный полк. Отвратительно. Хотя. Ладно. Так, уже Дмитрий. Успокойся. Без рамсы. Без рамса всяких. Да, здесь что? Понимание. Идешь. Здесь работа уже кипит. Можешь сходить сюда. Так, прилетел. Около. Сейчас около. Ты поешь. Или ты. Баба. Все. Работа. Работа стоит. Кипит. Ну, а еще сюда. Чуть не забыл. Времечко тикает-тикает. Успеем за 8 минут день пройти. Хорошо. Это же не повысить. Сюда садить еще раз. Подавление обычное. Низкий, высокий. Так, 106 у меня. Могу создать броню или оружие. Что лучше? Полетерну сотруднику. Сбежала, но не напрямую. Короче, птица это мне не отец. Выжу. Я сделаю так, что уже Дмитрия не будет видно лица. Не знаю, как я это сделаю. Шлем напялю, короче. Вот отсюда, например, и все. И будет нормальный лайнер потом. Так, подожди. Тут все нормально. Там сейчас будет красный полдень. Это не просто так. Красный полдень, это очень опасно. Где он появится, неизвестно. Я бы не хотел. Я, наверное, уберу всех сотрудников. У меня сейчас будет апгрейд. Так, где еще очень много сотрудников? Мелких. Вот тут много. До свидания. Кстати, да, я буду использовать пули смерти намного больше, чаще, потому что оно их резает все равно, а я их не использую, конец дня. Шикарно. Все. Так, сейчас будет мочилово. Побыстрее только все возвращаемся. Даже может тут останется. Так, уже Дмитрий. Давай сюда. Начинай в Пакистане.
птичка, да. А он один, что ли, появился? Подожди. Во всем комплексе он один появился? Серьезно? Странно. А, он сейчас заспавнит еще мелочи. Короче, да, надо по мелочи сейчас сразу. Например, сюда. Вижу мелких, а вот. Так, хорошо. Вижу тоже. Давай. Тупые они, смотри, они сейчас выпустят мне эту хрень. Такого я точно не ожидал. Это будет крайне печаль и беда. Так, не, давай сначала вот этого гаси. Ну гаси этого! Тупая. Гусей тоже надо валить есть. Короче. Сейчас мне нужна удача и ничего больше. Раз, два, три. Все. Блин, волка. Почему ты не гасишь? Ну ты тупая тварина, тупорыла. Стоят там и все, ничего не делают. Аутистикс. Аутистикс. Это нужно не надо. К этому можно на прикол садить. Пойдем всегда единичка, да?
аптечку возвращаться собирается. Где она вообще? Окей, возвращайся. А то как-то не очень выполняется. Блин, ну вот еще раз надо сходить. Еще раз и все. Я открою пушку сразу. 4 минуты есть. Шанс высок. Вперед. А, как она звенит, я ненавижу. Все, аномалия. Возвращайся. Награда. Ау. Че по уже Дмитрию? Качается. Ларина. Сараза. Гребаный уже Дмитрий. Ну что же, новая аномалия, походу. Из оболочек из кожи выкрикали слово, одно слово. Управляющий. Кровь покрывает пол. Шутки и полные горе улыбающиеся лица. Какие у нас тут люди. 75 это гора улыбающихся тел. 20-41 еще. 41. Это маленький помощник. Стоп, а и 20-ка есть. Здесь ничего нет. Это тоже альфа. Мне бы альфа пришло. Одного я точно возьму. Походу я возьму, здесь ничего нет. Потому что гора улыбающихся тел, это, конечно, интересно. Не знаю, но, блин, тут, конечно, выбор очевиден, здесь ничего нет. Привязанности не появится. Здесь будет меня сбегать, потому что она, в принципе, не должна.
Плюс кролики. Все, короче, решил. Бум-бум-бум-бум. Поехали. Вам не нужно вкладывать ваши эмоции в такие бессмысленные вещи. ХП и СП лучше начнем. Скорее всего, установили ХП и СП пули. Восстановление будет более эффективно, как я отношусь, чтобы перед набором процесса. Привет. Доступ к пулям восстановлен. ХП пуля, конечно. Хватает нескольких сотрудников, к сожалению, чтобы прям все эффективно делать. Отсюда я не могу увезти, тут много всяких тварей. Тут Олег появился. Олег надо выходить. Окей. СП сотрудника, выполняющего работу на понимании, будет восстановлен. Уровень счетчика кликера понижается каждые 10 умешек. Понижается с твоей вероятностью, когда нормально. И плохом результате тоже. Я не знаю, куда влюблю я его. Вариант.
если сердце считается за Алик. Я его подавлю, как всегда. Легко подавляется. Одиннадцать тридцать. Тоже легко. Тоже сейчас завершим за 11 минут 30 секунд. Но мне интересно другое. Какое страшное существо. Привязанность. Сейчас сразу идем ко всем, наверное. Привязанность, понимание. А, блин, я же никому не дал броню это. Ну ладно. Реально людей нет. Я хочу их лопать, но она людей нет. Наверное, отсюда возьму несколько человек. Тебя, например, монаха. Сотки. Полку. А, есть. Нормально. Все, пошли все. Стоите, да? Не стойте. Привязанность очень высокая. Погнали. Так, уже Дмитрий. Ходи тоже сюда как-нибудь. Да прокачаешься. Так, а птички тоже надо сходить сразу. Сейчас у меня все погорит. Никто не сбежал. Надо сразу сейчас всех стереть по фасу. Что просто многовато. Стереть. Всех стереть. Есть у меня пуль, конечно. Чё вы тут будете? Йо, как вас тут было? Я раньше вот смотрел в ютубе видосики по этой игре и не понимал, зачем люди стирают сотрудника, блин. Я думал, вообще ужасно, у тебя меньше людей, как же я ошибался. Все равно мне некем идти, хотя, в принципе, есть тем. А ты куда бежишь? О, тогда ты бежишь сюда. Жаль, это же обычный, да? А, высокий даже. К ней можно ходить на интуицию. О. Очень высокий, да, значит, на интуицию.
монаха, ладно, попозже. Так, а кто еще? А, Волк. Так, давай-ка ты беги. Волк. Сейчас будет восход. Или беги, не знаю, короче, ладно, стой. Хотя яблоко Белоснежки мне наплевать. Давай ты будешь здесь жить. Так, сейчас будет восход, поэтому я продолжаю стирать людей. Восход это ни о чем. Пришли работать, ага. Первый рабочий день, да? Нормально, да. Живем, да? Все нормально, да? Да, все, зашибись. Как мне каждый день придется это делать, я просто охренею потом. Капец, это слишком долго все. Ну, ладно. За несколько итераций можно полностью избавиться от всех сотрудников. Немножко забыл, мне сейчас все опять не мешать. Надо хотя бы чуть-чуть читать. Я забываю постоянно. Идешь сюда. Интересно, что она там говорила? Три. Do not open this redacted. Двоечка. Окей. Ты дошла, да? Тогда сейчас... Не знаю. Я затупил, теперь у меня просто все такие...
Сюда никто не бежит, типа. За отсталость. Ты успеешь это сделать? Ох, это ладно, высадить-то никого. Столько было, сколько? Два? Подожди. Столько было. Давай денечка.
птица. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два, пять. Хочу ускорить мой. Жесть, куда она бежит? Интересно. Жестокая тварь. Как же она крепит. А, ты сюда. Окей. Я буду не хочешь потом. Пять перегревов не избежать, к сожалению. Пять перегревов будет по расписанию. Ладно. Так, все. Все на местах вроде бы. Хотя я бы не сказал, что прям все. Сейчас будут точно все на местах. Блин. Опасно. Раз, два, три. 4, 5. Из них опасна только одна. Тогда это не опасно. Как насчет чем-нибудь открытия? 46, 67, 42. Не хватает. Шанс успеха плюс 3. Лучше уж так. Привязанность. Погнали. Так, фиолетовый полдень будет. Интересно. В принципе. Фиолетовый полдень не страшно. Если всех убрать, то и это будет очень просто. Ставлю 6 пуль на всякий случай. Ой, блин, я не люблю эти тупые твари. Они меня сбросят сейчас все. А, 92, давайте. 800. Окей, сюда можно зайти и выйти. Зайти и выйти можно выйти.
ладно, сюда. Сюда. Легко. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. Осталось 5 минут. Надеюсь, что все успеем. Я... Заходил к тебе на стрим, у тебя что-то это с качеством не лады. Я не говорю, что у меня, конечно, она хорошая, но все же. Клики слышно, голоса нет. Клики слышно. А теперь голос должен быть погромче, да? А, блин, я забыл. То, что у меня микрофон постоянно забываю его снять поближе. Ну ладно. Так, что тут у нас? Я говорю, я к тебе на стрим заходил. И у тебя что-то с качеством не то. Говорю, у меня, конечно, качество тоже не ахти, но все же. Так, сейчас еще надо сходить, наверное. На хазе битрить 500 был. 500? Окей. Так, сюда сходил. Здесь ничего нет, тоже можно заново сходить. Приятная довольно аномалия. Пока что. 38. Надо бы прокачать. Привязанность. Пошли. Пофиг, я 4 дня покачал да устал. Зато на 14-й день 12.5 ломал. Понятно. Ну, тебе будет скучно играть. Я тут так горел, но это были хорошие горения. А ты просто пройдешь, будешь моргать, пройдешь и все такое. А я прошел уже. А. И все. Так, походу мне придется подавлять полдень все-таки. Посмотрим. Какой же он страшный. А может и не придется. Наверное, даже не придется. На. Вот сколько у меня сейчас сотрудников, они тоже все 5 левела. А кто куда зашел?
А, ну да. Логично. Я пока что держусь. Ладно, ускорю время. И уже пройдем. Тан-тан-тан. Чем ниже уровень мужества, тем ниже шанс удачного завершения. Когда сотрудник с уровнем справедливости ниже 4 завершает. Ага. Сотрудник Лей Оу Джин в процессе работы был убит. Понятно. Бонусы Бины на прокачку появляются слишком поздно. Да. Понятно. А когда пройдешь игру, там появится какой-то новый режим, типа, который закрыт сейчас в меню. Что там за режим? Не расскажешь. Я не особо в него играл, но вроде это бесконечная игра с 50 дня. Ну вот, я так в принципе и думал. Тогда прокачка бины все-таки нужна, чтобы этот режим играть. Логично. Так, немножечко подняли. Лжедмитрий. Надо же. Лжедмитрий тоже качается. Без Бины не уйти дальше 48. Не понял предложение, ну ладно. Древо, пожинавшее то, что посеяло. Поэтому тут без выбора. Какое-то древо. Когда приходит время, поезд пришел. Поезд. Вы уже скатились на самое дно. Короче, 80 или 104. Сейчас посмотрим. 80 это сок гигантского древа. 104 это обратные часы. Опять мне пришли три технические. Древо, наверное. Да тут без разницы. Все, что говно, что то. Я им пользоваться-то не буду. Сок гигантского древа. Задание Сефир превыше всего, иначе после 45 дня травлы будут. Так, ну ладно, я возьму 80 и не буду его никогда изучать. Кстати, зачем эти технические, они, если их вот не изучить, они так останутся закрытыми, правильно? Чтобы игру пройти как бы на сотку, там надо все изучить абсолютно. У меня много сейчас изучать этого. Изучать вот надо. А зачем их изучать? Если я буду их изучать, у меня будут умирать все. Бесполезны эти технические аномалии. Короче, я не знаю.
Ну хз, тут спойлеры как бы. Какие спойлеры? Снова справились. Чизет. Только еще нормально, да? Чизет. Или нет? Сейчас он по-другому выглядит. Или он просто от времени таким стал? Можно ведь создать сотрудников первого левела, несколько, отправить их изучать эти техники. Пусть они сдохнут в этом дне, но зато изучу. Тринадцать раз что-то там брать. Жесть. Просто у меня, короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6 техник неизученных. Кроме зеркала. Сколько раз вот здесь? Вот 30 секунд на что-то. Я даже не знаю, что здесь. Тут 10 секунд. Короче, надо нанять сотрудника мелкого. Назвать его класс D. И изучить несколько аномалик. Давай. Кимлик. Хочу другого. Лондон. Лондонград. Какой-то страшный. Ноя. Рейнхард. Чё-то ты не похож на Рейнхарда. Рей. Рэй, прикольно. Добро пожаловать. Бум-бум-бум-бум-бум. Бу-бум-бум-бум. Так, ну чё, куда пойдешь в первую очередь? 30 секунд. 10 секунд.
Так, сейчас я отойду, налил водички. Точнее, попью чайку. Окей. Ха-ха-ха, с телефона этот голос такой громкий.
Говорить зачем 100% из усеня аномалии надо? Thank you.
100% изучение аномалии надо, зачем? Ну? Если это типа просто... Я считаю, что это просто для того, чтобы полностью на 100% игру пройти просто как это... Как достижение. А если там сюжет есть, тогда я не знаю. За одно прохождение ты так или иначе полностью не откроешь все на 100. Во второе прохождение ты, возможно, откроешь. До второго прохождения еще долго. Чем больше изучено, тем больше покажут концовки. Ну смотри, 4. 32. И там еще внизу, ну штук, короче, 60 аномалий, допустим. Я изучу за игру, за первое прохождение. А в игре аномалий больше 100. Поэтому так или иначе, ведь... Если я даже изучу все 60, я все концовку там расширенную не увижу, правильно? Короче. Короче, вот так. Центральная. Рей. Куда я хотел там ввести-то? Сюда? Ну давай. Так, ну тогда я сразу начинаю, да, бегать. По департам или не стоит? Вот пришла мне эта шляпа дурацкая. Выпить ее надо один раз, по-моему. Да, тогда я ее изучу. Но вот изучу ли я ее на все, на все 100? Достаточно будет то, что я увижу просто на единичку ее картинку. Требую, а ну два раза. Этого хватит, чтобы забить на эту аномалию. И здесь тоже 2. Короче, да, начинаем. Не. А зачем вообще добавили тогда эту хрень в игру? Господи, какой бред. 66. Так. Семьдесят. Угу. Мне нужно здесь 30 секунд. Ясно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Погнали. Все работают. Окей. Okay.
Так, сразу же стираю людей. Я за два сохранения собрал 67% изучения. За два сохранения? Это как? Это за два прохождения игры или что? Обузил аномалии на 21-25 день. Окей. Изучал, скидывал 5 дней опять. Это долго. Так-то. Проходить 5 дней все еще раз только для того, чтобы изучить аномалии. Жесть. Туда. Пули кончились. Все. Так, а я забыл, я куда-то водил кого-то. Я совсем забыл про это. А, вот сюда я водил. Так, аномалия 97-я. Надо почитать, что она делает. Можно ли к ней водить 10 раз подряд? Окей, к этой штуке я могу еще раз. Окей, тут рестор хпшки. Здесь ничего нет достаточно жесткое. В каком-то плане. Так. 222-120. Мимикрия, щека. Красиво. Защиты разные всегда, понятно. Ну все, теперь только копить. И будет жесткая броня. Жесткий сет. Так, еще сюда. Будет отлично. Амар, ты сумерки не подавил еще? Я сумерки подавил давным-давно. Не на 25-м, наверное, я не помню. Если бы я не подавил сумерки, мне бы не открылась возможность подавлять ядра, ты чё?
Красный восход. Окей. Красный восход — это еще адекватно. Так, ладно. А вот поближе нет, что никого, алё? Так, а что происходит? Я как-то не могу уследить. Так, у тебя ХП полная вроде бы. 103-103, все. Так, здесь идем. На понимание. Подавление Йоса дает бонус каракам. Подавление всех дает бонус к коробкам. Всех, кого я подавлял, у них есть бонусы. Они не особо работают, конечно. У меня все времени меньше остается. Это не есть хорошо. Так, хорошо. К монаху попозже. В таком случае. Короче, птица. Ход. Оперативно. 1, 2, 3, 4. 4, 3. Блин, не получилось. О, какая у вас тут толпень. Отлично. Чем вас меньше, тем лучше. До свидания. Так. Что здесь? Работы идут. Вперед к монаху тогда. А, окей, окей, окей. Короче, я так понял, что это не засчитывается, если нет пушки. Обидочка. Тогда идем в бункер. Даже не в бункер, а вот сюда. Поехали. Так, 1, 2, 3. 3 и ожидаем.
Альфы работают. К волку можно будет. Так, ты отдыхай тут. Внизу. 24. Уже 53. Копим. Так, отлично. Еще не 30 секунд, к сожалению. Ну ладно. Отхилю. Все, идем сюда. И сюда тоже кого-нибудь. Тебя. Да, 0949, можно сидеть сплейк угодно, если людей не жалко. 49 или 89, или 82? 49. Что 49? Я что-то не вижу 49, ну ладно. У меня, наверное, уже название есть у нее, поэтому я не вижу. В бункере по 30 сек. Ну... В бункере... Что-то там страшно будет, если сидеть в нем вечно. Там что-то сбрасывает, что-то такое. Бункер имба. Да? Он же, если там сидеть, то, по-моему, сбрасываются счетчики его аномалий. Вроде как. Ладно, мне надо теперь ходить к стрелку, например. Стрелку. К этому. Лжедмитрий идет. Пять секунд мне надо еще. Изучил. Не полностью, конечно. Мне хотя бы, чтобы картинка была. Так, Рэй. В бункере, может быть, посидеть. Пару секундочек. Нет. Сейчас у меня будет красный восход, поэтому будем разбредаться. А, ты уже здесь. Тогда ладно. Тогда ты сюда.
Ты обратно. Ты вообще не участвуешь в битве. Ты сюда. Ты сюда. Так. Так. Вот здесь никого нету. Три штуки сразу, охренеть. Пока он добежит, тут уже будет поздняк метаться. Хорошо, тут чё? Тут никого нет, что ли? Короче, птица. Блин, так, а тут чё? Давайте вниз. Ты подавишь, ты помоги. Наверх надо. Все, тоже сюда. Все, за верх я не волнуюсь. Вот, вот я не знаю, за низ бы поволноваться. Тут вот их прям дико. Алев в одно где. Чолик в одном дее. Ой-ой-ой. Зачем ты стреляешь-то? Ты вообще не стреляй. А блин, чё он такой быстрый? Тут чё? Тут будет нормально. А блин. Только попробуй, блин, сделать. Только, блин, попробуй. Убили. Все, этот отдел чистый. Этот отдел чистый. Остался только он тут нижний, и все. Не-не-не, взорвал ничего. Так, а куда? А, понял. Нифига себе ты дерзкий. Не попутал ничего. Да уж. Так, что значит алиф? Алиф в один день. Чё ты имел в виду?
103. Кто-нибудь ты. Ты. Я мою, у вас много тут так. Так. Сюда можно. Что-то привязано, что ли. Иди. Белоснежки можно, в принципе. Очень высокий шанс. Куля. Идем. Так, лебедь. Идем. Монах и волк. Тоже идем. У тебя еще есть кто-нибудь? Все, больше нету. Теперь верхний отдел. Высокие шансы, значит, идем. Дальше. Ты. В принципе, все. Тут троечка. Все нормально. Будет сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Надеюсь, меня сейчас не расколбасит. 1, 2, 3, 3, 3. Я не знаю, сколько на самом деле надо. Сразу еще 3, 6, 7, 8, 9, 10. Да, нормально. Все будет хорошо. Блин, я вот сейчас сижу, расслабляюсь, я не скоро гибуру там подавлять, все такое. Вот где начнется ад. Это я пока отдыхаю. Это просто дичь будет. Ну что, ускоряемся. Куда ты хочешь сходить еще? Волку. Идем. Здесь. Ну, пока что некуда. Хорошо, ждем тогда. Пока все отработают. Так, еще Алефа. Отрабатываем. Все, нормально, 818. Сейчас будет 5 перегревов нижнего левела. В принципе, я все смогу. Абсолютно. Так, давай. Уже Дмитрий сюда. А, нет, подожди. Все же. Вот тогда сюда нельзя. Подожди, не ходи. Последний сейчас будет. 3 минуты, я думаю, я успею все это. Я просто хочу, чтобы все немножко отрезались. Перед тем, что будет 5 перегревов нижнего левела. Полный бред перегрев. СМС-ка пришла. Додо пицца дарит пиццу цыпленок барбекю при заказе от 800 рублей. Ну, какое-то фиговое предложение. Я от него отказываюсь. Так, ну ладно, все, пора. Лжедмитрий, твой черед. Монах. Монах, идем. Дальше. Армия в черном. Вперед. Дальше.
Иди нафиг. А вы все где-то работаете? Ничего себе вы заняты какие. А кто пойдет подавление делать? Какой-нибудь Трангор. Какой-нибудь ты. Мишке тоже надо. Идем. До зеленого полдня мы не доживем. В хорошем смысле, конечно. Так, все, 1, 2, 3, 4, 5. Все. Все good. Все классно. Три минуты у меня есть еще. А, кстати говоря, ты идешь сюда. Вообще халява. Рэй. Давайте кто-нибудь птицы сходите на всякий прям случай. Самый дебильный случай. 780-980. Все, везде все сходили. Ускорим. КП и СП пули. Надо о них не забывать. Так, я вроде сейчас заканчиваю день уже. Да. Все. Погнали. Для последствий 3 завершено. Хочу какой-нибудь альфа, которого легко подавить. Есть такие? Я, в принципе, могу сейчас подавить сердце. Могу попробовать подавить. Здесь ничего нет. И еще кого-нибудь попроще, чем сердце. Сердце, голубую звезду вообще unreal. Она так дамажит дико. Только если не подгадать момент, где она будет, завести всех в лифт, стрельнуть в них пули белого урона и потом уже подавлять дальше. Hello. Приветствую, А. Мы А. Чё? Чё происходит? Мне страшно. Я тут в темноте сижу, окна зашторены. И тут какие-то пикалки. Я А всё-таки, да, значит. Ничего себе. Я знал, мне умней, у меня тоже была роль, слушай.
Интересно. Сейчас, наверное, будет там 9 минут, что-то такое. Я, в принципе, успеваю все это делать. Аномалию вроде не дали, да? Или сейчас должны дать? Это жива хрень все еще. Почему-то у нее даже плюсики появились. С чего это вдруг? Просто плюсики за то, что ты в центральной этой. Или почему? Опа! У этой фигни появился шлем. Но он тебе не идет. Конечно. У меня уже есть такая. Но я шлем хотел Лжедмитрию потом подарить. Блин. Ну то, что оно появилось, это клёво. Наверное, шанс маленький. Какой шанс? 1%. Один. Нужно 100 раз к ней сходить, и тогда, может, ты получишь что-нибудь. Да уж. Да уж. Так. Не читать. 124. Могу броню эту купить. После 36 дня я смогу подавить ядро Тиферет. Ха.
Понял. А лев? А? С чего это вдруг? Он а лев. Так, топорик этот перфил, выбираешь. Выкинь. Не вспоминай о нем больше никогда. Это что за ужас? Брони что ли нет? Вы чё? Я просто как какой-то базарный шматьяга. И у тебя тоже. Да вы издеваетесь. Все, все вавные, все жесткие, красивые. Кроме Лжедмитрия. Лжедмитрий идет в жопу. Капец, вообще. Украл. Главное место тварин. Что будет с Рей? Я не знаю. Рей умрет когда-нибудь. Мне Рей тут не нужен. Так, ладно. Мимикрия куда упала, ушла, я не понял, у кого. Кому я могу дать мимикрию? Могу вообще никому ее не давать. Зачем? А так? В принципе. Жесть там у седьмой всяких заначек. Ё-моё.
О, к Летиции будешь ходить. Я все еще хотел всех птиц. Начну день. 9:30. Попробовать подавить его. Как это будет? И кроликов хочу вызвать тоже. Как отменить, выйти. Рэй, добро пожаловать. Очень низкий. Рэй, слющий. Тебе повезло. Ты мой. Тридцать восемь нанесла. Ну, Лашка, чё? Хорошо, вызываем подкрепление. Медицинская команда. Рэббит протокол. Боится, нервный. Чё? Мы найдем искупление. Все закончится быстро. А? А вот сейчас непонятно. То есть, если аномалии вызвать? Или чё? То есть, надо было тут стоять? Ну, это жесть какая-то. Твою мать. Все сотрудники мертвы. Кокон. Кролики, я вам хп даю. О, монах вышел. Ёпты. Вот это я понимаю. Дратути. А вы выйти не можете, что ли? А
красотя. Она сражается с ним. Ой-ой-ой. Ёпте. What the hell? А если я выпустил бы ног на подавление, это... Ёпте. Кто это говорит? Юрий Свифт что-то. Кто это говорит? Могу на них навесить типа защиту от урона. Hello? Это он говорит, прикинь. Хрена себе. Работа-отказ? Чего? Какой нахрен работа-отказ? Кстати, а тут чё? Иногда это просто так удивительно смотреть за этим. Ну смотри, вообще-то... Вообще-то... Я переиграю сейчас, опять же сделаю то же самое. Руины или окраины, вместо того, чтобы прийти в это место. Блин, какие звуки у него офигенные. Офигеть. И он хилится. А чё он хилится-то? Просто хилится, прикинь. Интересно, почему? Эксперименты. Я еще раз хочу его попробовать. То есть я вызываю команду королей в первую же секунду, всех отвожу чуть-чуть. Так. Блин, так угарно. Допустим, все здесь. Кроли закупоривают медотдел. Он реально жесткий. Охренеть, какой жесткий. Че, все тут?
Опаньки. Так, отлично, мы можем сюда зайти. Управление заблокировано. А сюда можем? А, я понял, когда сюда приходят короли, сразу же все дохнут. Моментально. Чем он бьет, интересно? Вот он броню. Так, я хочу попробовать одного кого-нибудь запустить. Сюда. А, я вообще не могу. Круто. Ну ладно. Уровень опасности максимальный, но у меня тут еще целая рота на подходе. Интересно, они успеют? Как громко, господи. Это слишком громко. Слишком. Все, вот так. И то получше. Они не успели. Все, это минус жизнь. О, во-во, найс. Ходи так почаще только это. Нет, не... Или это работает? Непонятно, короче. Вот бы кроликами можно было управлять. Это было бы очень кстати. А, это лазерный луч смерти. Погнали. Защищает, ты смотри. С достаточным количеством пуль можно спастись. Так, а что это я тут делаю? Я забыл про них, про сердца. Они только что ли? А? А, сердца сейчас выйдут. Ага, ну ладно. Вот будет угар, если я сейчас подавлю его. Потом тут же подавлю сердца. И тут же подавлю голубую звезду. Это было бы прям... Охренеть. А ведь можно работать сейчас. Это сколько всяких махинаций можно произвести? Правда, не тут. Вот тут, например. Работать. Давайте, ребята. Вы его сейчас подавите. Ё-моё. Ё-моё. Подавлен. Один живой кролик остался. Жесть, вообще, слушай. Такая жесть, такая дичь.
Кролик один раз в день, все. Такая дичь. Короче, новый план. Голубую звезду первой пробовать. Потом этого. В конце дня этого кролями. Это вообще будет бомба, слушай. Так мне надо побольше таких людей, как Рэй. Вот таких людей. Не знаю. Было бы еще неплохо убить всех. А, вовремя. Чё стрессуешь? А чё не так? Манпоинты. Чё не так? Слушай. Кто кого умер? Не слышу. Лжедмитрий? Конченый. Эту пушку надо просто убрать. Навсегда убрать. Это ж конченый пушки. Тут чё? Тут наплевать, в принципе. А, у меня просто их не было. А-а-а. Вон оно чё. В центре. Не успеваю. Потому что оно мимо пройдёт. Монах. Окей. Валите его. Он что, моментально глюкоцвет или что? Как-то больно.
Блин, сколько до отхила? Долго. Ну и? Где она? Вон она. Бомбанула. А тут чё? А, мы её подавили, всё. А сколько живых, сколько мёртвых? Шестая мертва. Убили у нас... Лжедмитрий. Рей. Одиннадцатая. Понятно. У нас ещё и остался финальный тест. А, даже так. Это не круто. Кого, кем бы пожертвовать? Кто самый слабый? Например, нет, ты не слабый, нифига. Ты? Иди. Будем тобой жертвовать. Чё орут-то? Всё же нормально. Всё же норм. Чё орём? Кстати, может восстановить пули? Всё будет лучше. Хотя, пофигу. Когда я буду этим заниматься на самом деле. Так, давайте вы его будете давлять. Давить, блин, вызвать ее намного сложнее. Птицу, господи. Гений. Мистер Гений спешит на помощь. Я хочу вызвать перегрев. Чего я пошел к нему? Зачем я пошел к нему?
Че, опять что ли мне? Я не хочу. Ладно, короче. Все. Стрим оканчивается.